Ребята, всем привет! Вы находитесь на канале Сад, Огород и прочее. Меня зовут Валерий. Сейчас покажу вам коротко, что у нас тут выросло за прошедшие две недели. Давно ничего не снимал. Сегодня воскресенье. Ну и погода более-менее нормальная. Неделю была жара. Сегодня терпимо. Сейчас полдесятого времени. Ну и сейчас пройдемся и глянем, что тут делается. Вот здесь у нас ряд малины, там чеснок сзади, малина уже вылезла на грядку сюда, все хотели пересадить ее, но там у дочки еще не подготовлена земля. На следующей грядочке тут у нас морковку посадила жена, там сзади клубника растет, совсем сзади кабачки, там хрен уже много лет в углу, ну тут томаты, внизу щавель обрезаны, здесь томаты еще стоят. С этой стороны слева у нас тут кабачки тоже. Здесь была редиска. Вырвали здесь. Свекла растет. Лук. Виноград мой, который только цветет теперь уже. Вряд ли он в этом году вызреет. Ну так дальше тут все виноград по стене. Снизу тут перец. Тоже хорошо пошел в рост. Начал свисти теперь. Тут долго тоже стоял. Не с места никак. А теперь это все пошло расти. Теперь эту неделю нам обещают 21-23 днем. Ну, здесь справа за теплицей при входе тоже у нас тут томаты посажены. Тоже они черные почти были из-за дождей и холода. Но сейчас вроде немножко пошли. В теплице все нормально. Уже томатики видно висят. Примерно 1-20-30 метров уже ростом томаты. Ну и вот так вот все тут нормально растет. Тут можно уже посмотреть, томатики уже висят тут и тут. Вот так что все тут нормально. Ну, в таком виде. Так что томаты опять будут в этом году по сравнению с виноградом. Виноград вряд ли будет. Наверное, он уже не вызреет у нас. Клубника зреет. Внуки уже тут пасутся потихоньку. Теплица с огурцами тоже себя чувствует хорошо. Огурчики висят. Ну, этот кустик был побольше чуть. А так они долго стояли у нас не с места. Но сейчас они поднялись. Здесь тоже томаты еще растут. Все нормально. Огурцы тоже пошли в рост. Вот, пока цветут. Виноград мой себя чувствует тоже хорошо здесь, в теплице. Такого размера, сантиметр примерно. Ну, по руке, если смотреть, вот такой вот. Тут он вызревает на месяц раньше все время. Так что здесь он вызреет, здесь его много висит, и по краю там висит. Вот такие вот дела с теплицей. Наверное, сегодня будет дождь опять. Вот здесь у меня стоит голубика в емкостях, ну и клубника снизу посажена еще. Надо опять заняться травой, трава уже растет везде. Поливаю чуть не каждый день тут за этой жары. Ну, примерно вот так оно все выглядит. Рыбки мои, как подходишь к пруду, так они все несутся. Кушали б целый день, наверное, тоже. О, все летят сюда. Думают, опять будет с неба что-то сыпаться. Водопадик.
Ну, ребята, на этом короткий обзор закончен. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Всем удачи!